Здравствуйте. Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Mitsubishi Outlander XL 2010 года выпуска. Двигатель объемом 3 литра 6B31. Пробег двигателя составляет 132 тысячи миль. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется сопроводительный пакет документов, грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Производим проверку пневмотестером. Герметичность цилиндров в пределах допуска. Производим визуальный осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты помогут с подбором двигателя, а квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.